Десятки полотен классиков американской живописи в понедельник появились на билбордах в центре Нью-Йорка. Это часть кампании «Искусство везде», проводимой властями США. Впервые в истории страны более 50 тысяч рекламных щитов и экранов во всех 50 штатах и округе Колумбия украсят картины американцев. Кроме того, они появятся на автобусах и в аэропортах. Мы попросили 5 музеев страны предоставить нам 100 полотен, из которых зрительским голосованием были выбраны 50, говорит директор музея. В результате рекламные щиты США сейчас украшают в общей сложности 58 работ. В инсталляции участвуют картины, предоставленные музеями Далласа, Чикаго, Лос-Анджелеса, Вашингтона и Нью-Йорка. Они были созданы за период, охватывающий последние 200 лет. Это крупнейший медиапроект в американской истории. Мы хотим, чтобы люди говорили об американском искусстве. Мы хотим, чтобы картины обсуждали за ужином или возле кулера на работе. Чтобы искусство стало частью повседневной жизни. Уличная выставка «Искусство везде» в США совпала с точно таким же проектом в Великобритании. Однако, в отличие от американцев, жители Туманного Альбиона наслаждаются шедеврами уже второй год подряд. Полотна мировых классиков будут украшать улицы обеих стран до 31 августа.